Победы, матчи совершенно разные по счету. Были ли они разными или одинаковыми по содержанию? И почему вчера было так много голов, а сегодня, в общем-то, минимум? Спасибо за поздравления. Но сегодня команда соперников вышла более настроенная. Так видно было, они злые были после вчерашнего поражения, можно сказать, крупного. Поэтому такой тяжелый матч получился. В принципе, и вчера было тяжело, но... Видимо, вчера забили все, что можно. А сегодня, вот так, можно сказать, мучились чуть-чуть. А для тебя лично эти матчи были особенными? Да, конечно, это мой родной клуб. Я много очень играл там. Я, можно сказать, становился там как хоккеист, да, и поэтому очень важные, да, матчи были. Я рад, что мы выиграли. Сейчас впереди выезд на Дальний Восток. За счет чего, собственно, команда может побеждать, учитывая очень раннее начало встреч? Да, я не знаю. Да, в принципе, сколько уже летаем на Дальний Восток. Я думаю, все ребята, да, должны привыкнуть уже к такому ритму. Поэтому ничего, будем играть в свою игру, стараться выигрывать.